Здравствуйте. В прошлой части мы бывали в Activities и прошли всех. Всех. Теперь идем в Legend Race, потому что мы открыли секреты. Я тут, да, честно говоря, без... То есть до того, как проходить мини-игры, я тут пытался по этим, по методу тыка проходить. Ну, там, до Луиджи, до 8-го уровня прошел. Так. Но все равно я считаю, что надо начинать с трактора. В любом случае. Continue with new photo options unlocked. Так, теперь 9. Ну, Лизи. Начинаем. После этого еще посмотрим на фото, видео, которое откроем. Там награды всякие. Этого будет интересно. Я не видел, честно скажу. Я их только что сейчас открываю. Но здесь я ничего не заработал. Ну, в смысле, ничего. Приз мне не дали. Теперь Фло. Фло. Так. Может, здесь что-нибудь дадут. Вот, не фото. Все, я ну, вот, на Луиджи и дальше не проходил. Блин, какая же крутая мелодия. Еее. 13:33. Так, мейтр. Мейтр. Сержант. Шериф до Хадсона и Чика остались. Так, Док Хадсон. Ну, просто Док написан. Чико Хикс. Финал. Let's race. Try changing gears a little quicker next time.
Все, я его уже видел. Я его уже видел. Серьезно? Еще раз. Все, все. Пока, чик. 12:33. Все, всех прошел. Всех прошел. Теперь можно посмотреть, что мне дали. High scores, например. Но. Вот players. В смысле? А как я за Дока Хадсона с другим буду проходить? Вот. To unlock bet your fast time for tractor roundup. Ну короче, понятно. Они хотят давать. Customize. Moves. Давайте посмотрим. А. Ну короче, посмотрим, что есть. Вам. Теперь бейт. Но титры не будем смотреть. Я не понимаю просто, что я ему еще не открыл. Окей, а если... Вот, high scores, а не то. Players. Нет, как за... Ну вот, допустим, хочу, да, за... Мэтра поиграть. Сейчас. Я чисто нет. Маквин подъезжает. Все. Все, уходим отсюда. Я проверил, я думал, типа, вдруг. Я просто не понимаю, как туда за метр. Все, все прошу. Мы посмотрели. Два мультика. Нифига себе. А, я сейчас за метр играю. А за молнию Маккуина все пошел. Все, спасибо.
За одну тачку я уже прошел. Типа проходить за Мэтра, Док Хадсона, Сержанта Рамона и Фло, не знаю. Все. Это были тачки Radiator Springs Adventures. По-русски же тачки веселые гонки. Все, спасибо.